Пасха – светлое Христово воскресение, древнейший и самый важный христианский праздник. В этот день христиане со всего мира съезжаются в Иерусалим для празднования воскресения Христова. Но это истории всего 2 тысячелетия. История же Пасхи уносит нас к берегам Нила, во времена Древнего Египта. Здесь, собственно, и берет свое начало Пасха. Еврейское слово «песах» обозначает иудейскую Пасху. Оно связано со словом «пасах» – «миновал», «прошел мимо», которое напоминает о том, что Господь миновал дома израильтян во времена десятой казни, умерщвляя всех первенцев в земле египетской. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. Ветхозаветная Пасха, как и нынешний праздник Песах, еврейская Пасха, праздновались в память об исходе евреев из Египта, то есть освобождении евреев от рабства. И связано оно с рассказом о 10 казнях египетских, где одно бедствие сменялось другим. Первая казнь – наказание кровью. Сначала вода превратилась в кровь, рыба в реке вымерла и река восмердела, к ней никто не мог подойти и тем более пить из нее. В Библии говорится, что за этим последовали другие казни – жабы, нашествие кровососущих насекомых, наказание пёсьими мухами, мор скота, язвы и нарывы, гром, молнии и огненный град, нашествие саранчи, тьма египетская. Но фараон все время отказывался отпустить евреев, и тогда Бог наслал последнюю, самую страшную казнь – смерть всех первенцев земли египетской. Бог миновал лишь дома израильтян, различая их по особому знаку из крови жертвенного агнца, заблаговременно нанесенному иудеями на косяки своих жилищ. «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь! И будет у вас кровь на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам сей день памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Последняя 10-я казнь, умерщвление младенцев, сломила фараона, и он уступил Моисею. В память об этих событиях всему обществу сынов Израилевых предписывалось 14-го Нисана, первого месяца еврейского календаря, приносить в жертву агнца, однолетнего ягненка или козленка мужеского полу без порока, которого следовало испечь на огне и съесть полностью, не преломив костей, с опресноками и горькими травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи. Вкушение пасхальной трапезы выступало как свидетельство главного события всей ветхозаветной истории – исхода евреев из Египта. В Новом Завете Пасха неоднократно упоминается в Евангелиях, но особое место в них занимает рассказ о Тайной Вечере, которая у Матфея, Марка и Луки описана как праздничная пасхальная трапеза перед последующим распятием Иисуса Христа. Именно во время Тайной Вечери Иисус произнес слова и совершил действия, которые поменяли смысл праздника. Христиане считают, что Христос заменил собой место пасхальной жертвы, и в результате ветхозаветная Пасха становится Пасхой нового Агнца, закланного ради спасения человечества единожды и навсегда. Что же, берегите себя и своих близких, и не забудьте подписаться на наш канал, у нас будет еще интересней.